Я не доеду. Меня кто-то в обратно спихнет. Не надо было отпускать! Нет, не надо. Так прикольно заворачиваешь. Надо там как-то достроить еще. А вы уже зачарили себе броню и оружие? Я на первом уровне, как всегда. Опять упал. Давай, ты сможешь. Куда? Где? А где выход-то? Я куда еду? А почему я? Почему я под землей? Слезь с вагонетки. Я смотрю в вагонетку, а у меня лицо в вагонетке. Почему в вагонетке нельзя стрелять? Ну, такая вот физика Майнкрафта. Мне не так нравится, как Кирилл, ой, как Денис стрелял в меня, а попал в Максима, потому что я был, потому что он передо мной выбежал. Да, блин, и вот сейчас. Ты специально это делаешь, Максим? Ах ты. Кто-то звонит, убил. Утка подгорает. Ух ты, а что это там такое? А, это мое построение. Ну что, пошлите путешествовать? Просто по миру? Раскрафти глайдеры, чай. Что это такое? Сейчас посмотрим. Сейчас есть. Максим. Ты сейчас на сколько получаешь опыт по уровней? Один. А вот зайди в этот сундук. Ну да, я и видел тут. Ну, да. А, 40 экспириенс, это не 40 уровней. Ну да, ты, ну, блин, там нужно в районе 20, чтобы получить 30. Ну окей, ты мне что мне зачаровалка? Мне броню бы нормальную просто. Ну я могу тебе скрасить, как у нас с Денисом. Она типа. Можно крутая? Скрасить тело. Она что-то вроде. Она алмазная. Может чуть похуже, разве что. Она дешевле алмаз. Она дешевле алмаз. И она улучшается. Максим? Чего? Она же улучшается, Андрей? Нет. Ты сделал себе сундук? Цветовой. Сделал себе сумочку цветовую? Не знаю, вот я взял сумочку, и я так понял, он с этим сундуком связан. Белое? Да. А ты возьми себе сундук, у тебя должна быть уже вторая сумочка, и ты покрась сундук, и shift правый клик этой сумочкой. И эта сумочка будет связана только с этим сундуком. А зачем? Я думал, у нас один общий будет. Ну, общий это чтобы скидывать. А это просто хочешь ты там с собой все время носить, грубо говоря, мотыгу алмазную. Ты туда кладешь мотыгу и носишь с собой. Кстати. Ладно. Чё я нашел? Сейчас покажу. Вот это, кстати, артефакт, да? Взрывоустойчивый. В смысле? Взрывоустойчивый? Нет. А вот, кстати, как убрать вот эту панельку? Аксессуары, бэкпэк, пак? Никак. Удалить. Она просто закрывает. Закрывает чтение. Чего? Смотри, какой прикольный зыбучий песок. Так, ты где? Ага. Вот ага. Здесь. Ага. Видишь, вот я такой его ломаю, он обратно вытекает. Мы начинаем новую серию. Предыдущая серия закончилась неожиданно. Я, возможно, их объединю, но нет, потому что иначе будет вообще-то час, наверное, какие-то одна серия. Поэтому следующая серия и с вами кратко. И мы нашли деревню. И да. Я вернулся из нашей базы к вам. Ой, обратно. Ой, как чётко. Смотри, что тут растет. Тут растет. Тут растет фигня из других мобов, из других модов, которые в нашей сборке не пригодится. Я вот только себе заберу эти семечки красных грибов и все. Чё, настолько все плохо здесь? В смысле, тут вот это, грубо говоря, семена свинца. У нас нет свинца в этой сборке. Там свина.
Блютопаза. Я думал, они будут расти здесь так, а мне кажется. Это... Протауган. Кстати, а вы знали, что для протаугана нужно будет, нужно взять этот... Звезду края. О, чтобы его скрафтить, типа? Да. У меня, кстати, почему-то не отображается блок, который я несу. А у тебя отображается? Кстати, портал Ганом, он стреляет порталами, а его заряжать нужно чем-то? Нет, он сразу бесконечный. Это что, фильтерная вещь? Ну там звезда нужна, чтобы скрафтить. Ой, тоже не отображается. А звезда тяжело крафтится, она же на изи крафтится. Лагает. Да я говорю, мы сервер нагружаем на 100%. Нашего сервера. Ой, процессор. Ну, который вот этот, типа, есть. Может, он умрет, но, как правило, там в районе 50, а тут 90, 95, 100, вот. Поэтому, может, даже подлагивать сейчас немного будет. Вот, кстати, тут еще одна это... О, тут баг, смотри, Андрей, тут баг. А че я за узел ауры красный нашел? Андрей, иди сюда, ко мне подойди, я сзади. Я не знаю, я его поставил. Не знаю, что он делает. А как ты его поставил? Кстати, там деревце вот растет. Большого деревца. Где? Это огромное. Ё-ма! Почему баг? Просто ствол не погрузился. Нет, баг, в смысле, this is bug. Большой баг, вода. Где? Баг! Баг! Там Х. Ж. Не Г. Бацюк-зюк! Лук ням-ням! В смысле, бах? Г. Ну. Ты такой баг, а это баг. А, ну я типа такой, this is bug. Че я сделал со своим порталганом? Подожди, Андрей, ты точки оставляешь? Зачем ты точки оставляешь? Что это такое? Я не знаю, как я их оставляю, я не знаю, как Андрей. Может, и не отображает, поэтому. Что, а ты можешь на дерево запустить? Вот портал. Денис. Пошли сейчас в портал. Денис. Там относительно безопасно-то. Не, знаете, это уже нечестно. Мне из-за Андрея обратно бежать. Ну, Денис. А куда этот портал ведется? Прыгни. Нет, вы понимаете, нет, нет, я уже зайди. Я тупо бегу назад. Все, понял. Я сейчас тебе телепнусь. Денис, а ты че этот глайдер не схватил в руки? Какой? Охренеть! Не встать! Ну-ка быстро, телёк, ну ты на мою смерть. Андрей, у тебя тоже не схватился, да? Да. Чё за бред? Вот может, так он... вам и надо меня убивать. Всё, погнали бегом. Да подождите меня, пожалуйста. И давайте скрафтим сначала вот этот дельтаплан, потому что бежать очень долго. Да ладно, каких-то 2 километра. Скрафтить сразу штучек 8, потому что, я полагаю, это не последняя смерть. Не, ну я запасной там оставлял инструменты, так что. Сейчас еда, правда, кончится у меня. Поэтому мы не добежим. 2 километра. А че он не раскрылся-то, правда? Лаги. Ну-ка. Он начал грузить себя в воздухе. Он же не знал, какая там местность. А Андрей просто взял туда и пульнул. И не главное не сказал, Денис, осторожно. Если ты туда зайдешь, ты упадешь вниз. Денис, ты сказал, поставь на дерево. Я поставил на дерево. И сказал, вон портал, иди. Я не говорил, иди, не надо. Он говорил, Андрей, ты поставил туда портал? Говорит, вон он. Я пошел. Зачем? Вот я знаю, я вот уже запомнил, это уже не первый раз, когда Андрей пакостит. Вот пак. Не дойдем. Куда? Да, тут, у меня есть, уже еда закончилась. У меня есть стак говядины, можешь взять? Давай. У меня осталось четверть. Догоняй нас. Сейчас у меня есть тайный план. Типа долетишь? Да. Да, построй высоту метров, это 200. Надо тем, кстати.
взять подстроечных блоков, подстраиваться и подпрыгивать. Все, у меня кончилось. И вижу Максима. Смотри, Дениса, может, он прилетит скоро на помощь. Только ты нас это, нас не прилети, а то долетишь сразу до туда. А то мы тут бегаем. Но тут есть одно но. Ты просто крутись на месте, будешь спускаться. Или рискни и это отпусти параплан и надень его рядом с землей. И что будет? Ну, типа, если ты его наденешь, если ты его возьмешь в руки, если тебе это удастся, то ты не получишь урона от падения. Так, я забрался на самое высокое место пока. Ставь для плана и лети. А! Вы чё? А чё он не работает? Он не работает. Да. Что-то баг какой-то реально. Он ты его надел? Как-то что-то с конфигами, они типа там, а, полет запрещен. Это лагерь сервера. Даже хороший баг, я слечу с такой скоростью сумасшедшей. Я, походу, вас пролетел. Нет. Или у меня трюк. Вы видели? Я где вообще у вас? Я мимо вас пролетал? А, я вижу. Стой, остановись. Подожди, ты не видишь, где сейчас я? Я уже над точкой своей смерти, и я сейчас просто не могу вниз спуститься. Стоп, а почему ты такой дальтоник, и вижу еще какой-то белый... Так, секунду. Я сейчас упал. Да. Окей. Короче, ты гад. Я завис в воздухе. Ты нас кинул. Какой я вас кинул? Я вообще завис, я ничего не могу сделать. Вы сейчас видели, что было? Нет. Я на очень маленькой высоте нажал и удерживал правую кнопку мыши на дельтаплане. Он у меня полетел с такой скоростью, не снижаясь вниз вообще никак, что я за 3 секунды оказался на месте смерти. Фу, чизер, ты лёпаешься. Гурман мовут в Ронглии. Как это переводится? Мовут. Гурман неправильно подвинулся. Типа изменил свое положение в пространстве неправильно. Короче, я вообще сейчас в какой-то синей дыре. Сервер это раз 20 сказал за 2 секунды. Неплохо. Я не знаю, что со мной происходит. О, да, кстати, сервер чуть лагает. Ну там один раз он пишет, мол, can't keep up. Died the system. Он даже не знает, в какой сейчас местности я нахожусь. У меня просто там знак вопроса. Что мне делать? Я бы... Подключиться и включиться. Пересадим. Я бы, конечно, сейчас телепнулся домой. Нет. Нет. В смысле, домой? И пошел опять пешком. Нет. Все, Денис, все. Мы играем без читов. Застрял, виси всю нашу игру здесь. Опа! Да. Опа! Что-то пошло не так. А знаете, где я умер? Вечер вроде... На деревне, потому что раз... В деревне? Да, я был уже в деревне. Давай, Леди! Я нашел шкафчик. Так, спокойно. Спокойно. Нашел шкафчик. Не смеяться. Слышь, там нашел шкафчик. Или ты типа про куриц? Нет, подожди. Не, я про куриц. Нет, я. Ну, я куриц убивал, когда ходил сюда. Мне нужна эта шапка. Я пока нашел только крипер, от которого надо как-то убежать. Ретарирую на карте. Ну, у меня осталось всего 500 метров. Тут, кстати, есть этот. Пшеница. Дикая. Можно из нее хлебушек сделать. Я сейчас умру. Дикий. О, еда. Нет, Андрей все взял. А у нас нету крафтинг тейбла. Же. Да ладно, я просто это нашел. Ягоды. А, нам нужно. А че? Все равно пшеница-то есть, а. Ты можешь собрать одно дерево. Печки нет. А, зомби, я убью зомби и скушаю его. Если он не убьет меня раньше. Значит, не умер. Денис, ты уже летишь к нам?
Я еще... Я опять с базы иду. На то дерево, на которое я хотел. А почему не летишь? Потому что на дерево нужно залезть. А если чтобы залезть, нужно дойти. Замкнутая цепочка. Чей, подстройся. Нет? Пока. Подстройся, надо было блоки брать, а я не думаю об этом заранее. И, кстати, если бы я сейчас взял блоки, я бы быстро долетел. Но я опять об этом не подумал. Так, я, короче, через F5 буду ходить. Потому что оцелотом вообще невозможно от первого лица. Все время лицо в траве. Кстати, достаточно удобное средство передвижения, я вам скажу. Главное не упасть в зыбучие пески. Не упасть в зыбучие пески. Не... Ты летишь, что ли? Да. Не упасть в океан. Не надо падать в океан. Я тебе сказал не падать, значит не падай. Ну, в общем, в месте, где я упаду, мне останется бежать до вас 1200 метров. 150 метров. Я всех травы уже набрал. Мне 300 еще. Ну как раз я сейчас пожрал, поэтому не дополнял убивать. Так, я что-то... Ага, я лаву уже вижу, все, ништяк. Слоненка. Так, я уже вижу дерево. Хавчик. Так, тут... Чей загорелся и умрет? Там... Скелет. Я буду ждать, если Андрей умрет, потом умрет Макс, потом умру я. И мы так... И я, пожалуй, закончу снимать серии. А, вижу, как Андрей борется. Да-да-да, есть такое. Тут я побегу к Максиму. У меня одно сердечко. Черт, у меня 3. С половиной. Сейчас, я почти добежал до этого. Вы всех мобов, что ли, в мире собрали? У меня вообще никого еще не встретилось. В смысле, мы там наумирали, там теперь от могилок скелетов наспавнилось. Как... Я, кстати, там уже 2 раза умер. А, нет! Единственный плюс то, что они не стреляются. Можно их попробовать рукой забить. Так, на меня бежит огромный Пикачу. Нет, троих не забью. Меня сзади кто-то подстережет. Но я начну. Еще 2 набежало. Могилки надо уничтожить сначала. Так, короче. Так, может быть, я закопаюсь и дождусь утра? Сколько там до утра? Прибегаю к этим... К крайним мерам. Дайте мне меч. Ну тут, допустим, вот этот меч, я такой... Чувак, берет много земли, дельтаплан. Маленько поднадоело. Блин, вы тут пробежали, понаподгрузили мобов. Да ладно. Да тебе это кажется. Что себе, баранина, имба. Ешь. Салат с морковки и чеснока. Нет! Нет! Мне уже интересно, что сейчас будет в чате. Упал в зыбучие пески, ко мне бежит крипер. 3, 2. Не, он тоже будет в зыбучих песках и не взорвется. Но я выбрался, какие-то странные зыбучие пески, плохо текучие. Так, я у деревни. Вижу дуб. Сколько вы тут скинули? Это что за Пикачу? Ема, до свидания. Я лечу к тебе на помощь, Денис. 1000 блоков. Я не буду, я в землю закопаюсь. Ты что, не воин, не Конан Варвар? Нет, я под землей пойду к могиле. Ты че?
Ты не понял. Все, я пошел. Кстати, утро нам вообще ничем не поможет, потому что эти ветки дерева загораживают солнце, и под ним никто не сгорит из мобов. Я медленно, очень медленно продвигаюсь. Вот как раз сейчас землю нарою, будет что подстраивать. Черт. Ну, понеслась. Че, Макс, ты выдавил? Ты все это время подстраивался? Да. Ты че, читер, что ли? Нет, так нельзя. Да, скорость не самая большая. Ну ладно, нормально. А вот, кстати, вот как правильно лететь? На шифте или нет? Только в облако бы не врезаться. Да, ты с него тоже подпрыгнешь. А, да, точно. Тут материальные облака. Угу. А ты еще... Из натуры. Я откуда прыгал? Я прыгал с деревца. Высоко-то прилетел. Много. А кто сюда не прилетает? Денис, ты очень долго будешь подкапываться. У меня есть тайный план. Я подбегу поближе и поближе подкопаюсь. Андрей, вот чтоб я еще раз тебя послушал! Очень долго будешь подкапываться. Ладно, вскопаю вверх. Как только вскапываю, на меня падает скелет. Дальше я думаю, все понятно? Ой, это неплохо. Я пошел строить вверх. О, я уже эти вижу. О! Как их там? Земли вижу. Блин, так классно, так красиво. Макс, твоей высоты хватило, чтобы долететь до Делины? А это всё равно, это максимальная высота. Ты выше уже не построишь. Там 255 же блоков. Ну, я... Не, значит... Все еще лечу, у меня осталось 700 блоков. 700 метров. Я все еще лечу. А ты высоко или низко? 138. Ну, где-то, может, на уровне 50 над уровнем земли. Ну, нормальный. Вообще, нет, да, по-моему, дойду нормально. Потом... Так красиво просто, я чистил. Видок такой потрясный. Летишь себе. Сколько раз мы уже умерли? Ну, я два. Если б не Андрей, я бы сам был. Фу, Андрей, фу. Денис, между прочим, в той подземной могилке наспавнилось уже три скелета. Андрей, ты свою могилку собрал? Да. Блин, мне земли не хватило. Придется ломать Макса землю и строить под себя. Не, ничего так, я почти долетел, вон 100 блоков осталось. Нормально. А там в облака врезался или облетал? Я облетал. Ништяк. Вот Андрей. Ее, я четко вообще долетел. Прям вот. Ай, вообще красава. Так, где моя могила? Кстати. Раз моя могила. Два моя могила. А я могу под тобой сразу? Нет? Ах ты! Не, стой, смотри. Смотри. Да, могу. Ну-ка, отойди. Пошел. Да и так вот ты такой стоишь, я такой оп! Ха! Да, можешь. Неожиданный поворот. Так, значит. Вот так вот. Нормальную еду. Макс, сколько тебе блоков не хватило? 100. Или сколько, точнее, ты мог еще лететь? Нет, все, я не мог лететь. Я, короче, там 100 блоков, и я уже подлетел к Андрею. Короче, ладно, я хватит не стальки. Нифига себе, у меня полный нагрудник этот железный. Откуда-то выпал, наверное, с какого-нибудь моба, не знаю. Черт. Мне нравки. Вообще, офигенно. Так, надо теперь удалить эти точки. Так, вы мои могилки украли? Го в дерево. Там же вроде в грязи. Погоди. Нет, это просто дерево. Кто-нибудь
А, ты хочешь... Нет, там внутри полость. Давай-ка. Нет, там же нет полости. Еее! Сломай дерево, там внутри полость, и будет канат, по которому можно будет ползти. Это другое дерево, Денис. Я по такому... Это не сумеречный лес, Денис, тут это сплошное дерево. Это вообще натура. А, да-да-да, сплошное, я перепутал. Это же мод даже другой. Почему я в воздухе голодаю? Я же не бегу. Кстати, а вот вопрос. Если я уберу из рук дельтаплан, я же упаду, да? Да. То есть покушать нельзя? Нет. Было бы обидно, если бы я сначала сделал, а потом спросил. Я тоже случайно меч в руки не взял. Ну, кстати, где 200 блоков. Кстати, а можно так путешествовать с помощью порталкана? Вот, типа, ты такой... Только рано или поздно произойдет ситуация, которая произошла со мной. Что там было? Да ничего, так с дерева грохнулся. Товарищ сказал, иди, портал готов. Я просто сказал, портал есть. И сказал, Денис, прыгай, все в безопасности. Не ври. А, сейчас посмотрю. Да. Я где-то был. Но я уже вижу слона. 5 минут назад. Ах ты ж маленькая вонючка, а? А вы можете прикрыть меня, когда я буду могилку ломать? Андрей. О, кстати, а теперь отображается блок, который я несу. Я и говорю, ты что-то походу там перенастроил. Кстати, я его тоже вижу. Перенастроил. Андрей, ты можешь меня прикрыть? Да я тут тоже есть, мы тебя ждем. Где? Я внизу могилку хочу сломать. А, все, я думал. А где могилка? Сам тут самое сделал. Это что? Да вы что делаете? Андрей, опять, да? Опять? Шалим. Шалим. Слушай, ну-ка дай какой порт флаган. Секунду. Одну секунду. Не подходи ко мне! Да, держи. Ах ты! Так. Жаль. Очень жаль. И чё, мы идём наверх? А как ты кидаешь? Не подходи ко мне! Понял, так. Ты его там запер. Стой, Денис, держи. Так, скажи, где второй портал? Прыгай, все, прыгай. Заходи. Заходи. Уйти. И вон туда вот Андрей за... Да. Эй, Денис. Ты чё? Блин, это шикарный мод. Он сломается, если ты да. Да. Ну был и план, когда кто-то был внутри. Так, ну чё? Так, куда идём дальше? Го дальше, на север. Вы опять меня заперли! А, у меня же дельтаплан есть, еба. Тася, а давайте все заберемся высоко на дерево и оттуда на дельтапланах. Го. А мы будем забираться туда с помощью чего? С помощью порталкана, естественно. Вот кто первый? Только ты сделай с северной стороны, чтобы мы туда на север летели. Северный, ага, то есть вот... Я там стою. Понял. Сейчас, пошли, нет. Попробуем, что ты хочешь. Давайте, кто первый? Сейчас я уже был. Надо вот туда вот. Да. Опа! Ну-ка, а где вход? Я рискну. Так, я сразу дельтапал ноги. С богом. Потихоньку заходить, короче. Четко. Да наоборот, надо быстро, чтобы скорость набрать. А если врезаться на дельтапланах? Ничего не будет. Вы полетели уже. Макс, а почему ты сзади? Да потому что я не помню. Кстати, да, шифтом почему-то быстрее летит. Ну, я говорю, как лететь, шифтом или без? Ну,
Без шифта. Так шифтом тут еще вниз дерево. Падаете. Да. Шифтом вниз падаете же. Тут еще одно дерево. Го еще раз. Ну, а почему, когда удерживаешь Ctrl и Shift, летишь еще быстрее? Потому что ты вниз падаешь, и ты еще Денис. Все, тут как бы. Я Денис, да. Так. Ну, Макс, давай, попробуй еще выше портал. Еще. Так, опять с северной стороны. Мы на север летим, да? Да. Ну тут понимаешь, так, выступа нет, чтобы выше делать. Я бы как бы сделал. Ну вот. Да, нормально. Давай вход. А, мы без выступа, мы типа экстремалы. А зачем? Сразу одеваешь дельтапон, сразу летишь. С надетым дельтапоном заходишь в портал. А, тут листва. Ну ладно, полетели так. А, вижу. Там в листу врезались. Я вижу шапку Максимки. Это как? Я понял, да. Ой, гора, Го на гору. Капец, мы так курс красиво меняем. Нет, мы всегда на север летим. Нет, я имею в виду, ты сейчас сказал, о, гора. И мы с Андреем так синхронно повернули. Ой, какие вы молодцы. Какие, да. Макс портал поставил, Андрей. Это что такое? Ты в него прыгнул? Да. А я знал, что тот остался на том дереве, портал. Нет, стоп, я же в новый поставил вот здесь вот. Левой кнопкой. Раз. Вот, я только не знаю, где... Нет, я на листве. Ты не поставил. Да, блин. Он, наверное, через листву пролетел, я потому что прицелился в дерево. Ну-ка, сейчас. Нет, на старом дереве. Мы там, где я не рассчитывал. Ну, к стрельне, прикольно летит. Вот я в прошлый раз сказал, что, мол, вот у нас... Он сломался. Когда Денис отзепнулся, я сказал, что, мол, портал там, ну, где как? Максим в прошлый раз его оставил. И так и было. Но я не поверил и прыгнул в него. Я не поверил. Ты говоришь, гора 250-блоковая. А что в ней прикольного? Ну, кроме высоты, в ней есть какие-то? Нет, там просто снег и гора. Когда он просто объяснял Кириллу, что нифига не легко не забирается. Блин, говорю, это ТТГ, он такой, типа, и не Биосапленти, где это, о боже, давайте сделаем неземельно красивую это карту, на которой невозможно играть. И не Ванила, где, о, равнина, так, о, горная равнина. А, ну, нет, все, 167 высоту, ну да, полетели. Андрей, мы полетели направо. Вы вниз посматриваете, а что в этом? Ну, мы на север. На север. Мы на север летим, да. А мы летим. А как понимаете, вот здесь... А, на карте написано. Так. Кварни раскрылся. Отшут с кубочкой дельтапо. А что это за земля? Что за земля? Земля какая-то странная, Макс. Нет, нормально. Темная земля. Так это... Это или освещение, или звучие пески, ну или... Ну не темная земля, а прям земля, но не земля. Сейчас полетишь, увидишь. Может, зыбучие пески, Денис? Нет, зыбучие забабы светлые, а это темные. Забабы. Макс, ты чё? Ты чё, паркурщик, что ли? Ты чё творишь? Я случайно рукой по макровой кнопке мышки задел, она вниз полечу, такой, что происходит? Ну, так, летим дальше. А, это подзол, Денис, это подзол. Вот, человек понял. А вы бабабы, бабабы. Мы? Да. Макс, а почему мы полетели на северо-запад? Или что, северо-восток? А потому что там море. Северо-запад. А почему... Да, и, Макс, почему... Вы летите вдоль моря? Макс, ты где? Я... Сейчас, портал себе на вызову. Разберёмся. Я вижу Макса. Капец, что нашел? Что нашел? Шляпку! Сейчас увидите. Я вижу Макса. Так, стоп. Да, вы где? Я за тобой. Окей. Я не вижу Макса. Я не, да. Вот. А, все, мы нашли Дениса. А что вы в воздухе, а я нет? Ну ты шапку нашел. А, я думал, вы портал как тебе. Сейчас, подожди, сейчас шапку покажу. О! Сейчас. О! Крайпер. Макс, а в этот, до облака долетит? Кстати. Кстати, а стрелы через... А стрелы через... Нет, стрелы через него не прилетит.
Стоп, а стрелочки из него пролетают? Поставим им здесь, на дереве. Да, да, да. Пролетают, реально. Реально, блин. Смотри. Дамажит? Дамажит? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, встань. Встань на портал. Ну, Максим, поставь вот здесь, вот вертикально, какое дерево. Вот так вот? Да. Ну-ка, ну-ка, я встал. Я встал. Я поближе встал. Они под да, таким... Да, дама... Он под таким же углом, как залетает, вылетает так же, поэтому не прямо. Это шикарно. Смотри, видишь, видишь? Акина, надо стрельнуть, чтобы прямо, вот здесь вот, стреляй сюда вот, прямо. Больно. Дамажит, дамажит, дамажит. Слушай, мне понравился тебе единица, что если попробовать до облака или не докинется? Попробуй. Вряд ли. Нет. Он, по-моему, даже не видит. Максим! Что? Максим, на Луну. А где Луна? Вон там Луна, вон там Луна. Ну так, какая, майнкрафтовская или... Да, майнкрафтовская. А майнкрафт. Чё на Луну? Она не настоящая тоже. Щёлкни. Щёлкнул. Ждём. Нет. Не попал. Да. О, чё это такое? Уходи! Лаху. Уходим! Уходим! Господи. Не знаю, что будет, если туда зайти. Вы видите, там типа земля такая. Наша да. Типа земля. Блин, это шикарно. И чё, мы оттуда можем полететь? Не знаю. Кто? Короче, я есть вариант. Я уже проверял, где Андрей. Ладно, пошли. Подожди, а солнце? Ну-ка, а если туда стрелять? Стреляем! А ещё? Помните, как Денис словил что-то, что он кидал вверх? Что-то, арматуру. Пульку, да, и арматуру. Пульку не ловил, а и ловил. В общем, сейчас с Луны что-то грохнется, ждите. Макс, а если портал ганом кинуть в портал? Портал. Он просто или парнется в другое место. Почему в меня что-то упало? Она как Макс, прогоняй! Поставь. Это судьба. Все. Это клёво, это клёво. А в солнце так же работает? Солнце? По-моему, нет. Ладно, пошли. Луч солнца золотой. Подзол. Эй. Подзол! Ты чё, коровку-то невинную? Я предлагаю, напомните и сами запомните, когда мы будем без вещей на базе и нам нечего будет делать, мы должны проверить, что будет, если прыгнуть в вакуум. Летим на север, погнали. Летим на север. Опять, вы откуда летели? Вы что, портал поставили? Ну ты одна. Ну все, мы уже на земле. Тут опять гора. Угу. Вот поэтому мне не нравится АПГ. И к тому же, если бежать по прямой, то все время будут вот эти вот... Макс! Ты чё делаешь? Ставь оранжевый. А я хочу туда прыгать, в этот портал. Нет, ни в коем случае. Нет, если только с этим, с этой штукой. Я пытаюсь... Но я выжил. Там выживаешь, если у тебя полный этим. Я успел дельтаплан активировать. А, я понял, Portal Gun же не ставится, когда один блок только, он надлажен. А я думаю, что он не поставился, я думал, он поставился, я такой прыгаю и бац, нет. О, нашел местечко. Ништяк. А второй где? А там как, правой кнопкой мыши, левой кнопкой мыши или че? Да. Все, ништяк. Это так. Куда? Это не север. Так. Пошлите. Так, физика. Наверх. Блин, Андрей, ты так... Что это? Ты пропал. Угу. Расправляет крылья, и ты так поднимаешь, ну. Стойте. Чего? У меня есть идея. А, Денис, летели я... стрелять из порталгана? Денис, я понял... Нет. Денис. Денис. Я понял, да. Почему у тебя на КТРЛ быстрее. У тебя на эту кнопку поставлен бег. Он реально быстрее я начинает. Я знаю. Лететь. А, ну да. Ладно. Ты просто такой, типа, а почему, когда я нажимаю, я тебе ответил.
Просто у меня бег на другую кнопку поставлен. Нет, я спрашивал вообще, есть какая-нибудь разница в эффективности полета? Может быть, он летит быстрее, но быстрее высоту снижает. А вы чисто на север летите или сворачиваете? Океан! Это не океан, это болото. Макс, ты что творишь, что это резко передумывает он? Давай вот туда, в дерево кидай, на берегу. И вот туда вот. А вы не видите? Да, я тут. Слизь. Нам на дельтаплане сейчас забавно победить. А! Ты чё, Андрей? Мощь лампа. Ты чё, не видишь эту тыкву? Я думал, шапка у слизня. Чё, у них шапок не бывает? Идём на север. А мы ещё в болоте же, да. Андрей, а что если за книжку? Кто опять отстал? Или все здесь? Я сейчас с этим сквидердом доплыву. Ну, давай. О, полетели. Так, а где портал? Денис, а когда ты найдешь портал, ты не... Хорошо сказал. Прям как тост звучит. Ну я вот сейчас левой кнопкой здесь поставлю, если ты, Андрей, найдешь портал, телепайся. Ну в березе же. Ну, а он сейчас, чтобы он к нам телепнулся. То есть я могу, так... может, телепнуться там? В этот портал, сказать Андрею, иди сюда, и телепнуться обратно. Попробуй, рискни. Фух, это чё? Это Ема, выпусти меня отсюда. Так. Макс, убери портал убери. В смысле, ты стоишь на месте, ты чё? Я не стою на месте, я чё-то... Фу. Ты стоишь на меня месте? Меня трясло, как не знаю кого. А, я... Ну, короче, потому что ты вылезти не сможешь. Нет, Андрей, короче, ищи сам портал. Он должен светиться. Нет, я телепнулся туда, но... А ты телепнулся и обратно, он вертикальный же. Ой, горизонтальный стоит. Там нужно просто бежать. А ты с разбегу прыгни. Там он сейчас сохраняет инерцию, но я уже бегу пешком. Я вижу вас на карте. А, все, видим, да. Ну ладно, погнали дальше тогда. Солнце! Ну-ка. Нет. Так, нужно отойти. Сейчас, стой, подожди. Сначала вот так вот. Солнце золотого. Да нет, вроде. Так, есть. Макс, нужно промазать. Это просто как проход сквозь дерево. Нет, солнца нет, есть, но на луну есть. Ладно, погнали. А где ты? Прочитал, что ли, где-то? Я, ну, по-моему, или Кирилл делал, или я где-то видел. Фишечки есть. О, полетели.